Жители уютного Нижнегорского района работа не прекращается ни на минуту. Специальный трактор высаживает молодые яблони в грунт. Саженцы привезли из Молдавии. В этих садах будет расти 5 сортов. Golden Delicious, Флорина, Папировка и Слава победителям. Будем топтать. Надежда Пендештадлер работает садоводом больше 30 лет. Сейчас вместе со своими односельчанами уплотняет почву. Если оно же все разрыхлится, все, и корни будут видны сверху, и все, оно же должно укорениться все. Мы всегда так уплотняли. Только раньше делали это вручную, под лопатой. А сейчас, вот видите, трактор пригортает все вот это вот. Нам не надо ни копать ямки, ничего. Вот оно. Мы просто их вот уплотняем, и все. Сколько времени уходит на один ряд? Ну, примерно где-то 15-20 минут. На участке работает 10 человек. За одну смену им нужно высадить почти 3 гектара саженцев. Расстояние между рядами должно быть 4 метра. Саженцы яблок высаживают по мере их созревания. Сорта подобраны таким образом, чтобы сбор урожая был с середины лета до поздней осени. Свои первые плоды они дадут примерно через 4 года. В будущем аграрии планируют собрать около 40 тонн с одного гектара. Кроме яблонь, здесь активно выращивают и зерновые культуры – подсолнух и пшеницу. Планируется на следующий год еще один инвестпроект. Порядка 80 гектар земли. Также будут выращиваться косточковые. Вот это черешня, вишня, слива. Вот, поэтому предприятие будет только развиваться и расширять свои масштабы. Планируется до 1000 гектар. Всего здесь 3 земельных участка общей площадью более 90 гектаров. Также на территории одного из сел, в частности, вот села Уютное, будет строиться фруктохранилище и будет строиться завод по переработке яблочного концентрата и яблочного пюре. Первые 10 гектаров из планируемых 92 уже высажены. Закончить планируют к началу февраля. Севеля Меметова, Рафаэль Вахидов, телеканал «Миллет».